На подъездах домов появились объявления с просьбой всем жителям города пройти флюорографию. Это связано с традиционным осенним увеличением острых респираторно-вирусных заболеваний, на фоне которых можно пропустить появление страшной болезни. Ведь обычный кашель, принимаемый за признак ОРЗ, может быть проявлением туберкулеза. Чтобы не упустить своевременное диагностирование болезни и вовремя начать ее лечение, медики настоятельно рекомендуют пройти флюорографию. В городе работает 4 стационарных флюорографа. Флюорографические аппараты очень хорошие, современные, малодозные. Работают флюорографы с 8 и до 6 вечера в каждой поликлинике с рабочими субботами. Всех граждан города приглашаем на флюорографию. Для того, чтобы пройти флюорографию, не нужно записываться на прием к терапевту. Направление можно получить в регистратуре в день прохождения флюорографии. Результаты можно забрать уже на следующий день в регистратуре. Татьяна Лисеева, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.